Так, всем привет. Сегодня показываю видео по притирке клапанов. Значит, притираем мы обычной дрелью. Вот она лежит на столе у меня. Значит, ну вот верхний клапан я начал притирать. Да, вот видно фасочка, да, беленькая, красивая. Вот. Вот нижняя, она, ну, в принципе, тоже красивая, но без раковин, без ничего. Ну, новые клапана в любом случае надо притереть. Значит, вот я прошелся первый раз, да, в течение там пару минут. Ну, и вот сразу показались нюансы, да, то есть правильность можно сразу определить. Вот видите, смотрите на поверхность вот этой вот кромки, да, вот такая матовая поверхность, вот та часть, и это две стороны, это там, где притерлась. А вот серединочка, она еще такая, как блестящая, заводская, вот она не притерлась. Вот нам нужно притирать до того момента, пока не станет полностью вся одинаковая, чтобы клапан прижимался полностью вот всей поверхностью. Вся поверхность должна быть одинаковая. В том числе и та сторона должна быть. Куда моя резкость делась? Резкость. Вернись. Вот. Вот, значит, та поверхность, вот она тоже должна быть однородной. Вот, сейчас я вам буду показывать, как я это делаю.